Краевое управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. В четверг и пятницу на Кубани местами пройдут умеренные дожди в предгорьях и горах с мокрым снегом. В ночь с пятницы на субботу местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов. Прогнозируется повреждение и гибель сельскохозяйственных культур, а также распустившихся почек ранних косточковых культур. В Краснодаре в ближайшие сутки будет преимущественно без осадков. Ветер порывистый 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градуса тепла, днем 10-12.